Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицы, две штуки под названием Легенда, шириной 3, длиной 5 и 3 метра. На брусе, разложили брус, сейчас начнем его скручивать. Это ответ, почему Легенда, почему здесь. Просто у соседей уже стоит Легенда. Тоже захотелось. Каркасы мы поставили, выровняли, закрепили их к основанию. И начали крыть стены уже поликом, пока докручивался каркас. Второй человек идет и кроет стены. Наживили стены, сейчас их будем прокручивать. Профиль оденем защитный. Все, пока один также человек этим занимается, второй будет делать переливы, прикручивать. И потом будет крыша. Работа идет, работа кипит. Покрыли теплицы, прокрутили все. Осталось, что у нас сделать, это установить 3 форточных блока на термоприводов, облицовочные уголки на торцы вертикальные и система подвязки, а также закрепить теплицу грунту, чем мы сейчас и будем заниматься. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицы Легенда. 3 метра шириной, пятерка и трешка. Все они стоят рядом с соседской теплицей. Долгогодичной давности, тоже Легенда 3 на 8. Пойдем посмотрим. Теплицы дверями смотрят друг на друга. Открывание зеркальное, двери с форточками. Пятиметровая теплица. Каркас из профильной трубы 40 на 40. Заполнение из трубы 40 на 20. Покрашено все полимеропорошковым способом. Цвет шоколад. Стоит на брусе. Брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Также имеются диагональные усилители. Система подвязки. Расположена согласно будущим грядкам. И 2 форточных блока на термоприводах. Форточка в торце с дальнего торца. Вся конструкция закреплена к земле с помощью якорей. Трешка. Тоже дверь с форточкой. Форточка в торце. Форточный блок, но уже один. Система подвязки. Все точно так же. Диагональные усилители. Каркас из такого же материала. Цвет такой же. Брус также 100 на 100 пропитанный. Вот такие две отличные, симпатичные теплицы у нас получились. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.